Партнер проекта – жилой комплекс «Моцарт». Необычные квартиры по обычной цене. Добрый день! Июль – отличное время застать распродажи. Кажется, даже имеет смысл отложить отпуск на август, чтобы потратить оставшиеся дни на приобретение важных вещей. Во-первых, магазины бытовой техники. Закрытые распродажи и ночи скидок до конца месяца организуют крупные торговые сети. А если вы покупаете технику в интернете, то многие заготовили спецпредложения и рассрочки. Во-вторых, магазины спортивных товаров. Раньше считалось, что велосипеды выгоднее всего покупать в сентябре и октябре по завершению летнего сезона. Но в этом году лето подкачало, и спрос не слишком высок. И потому имеет смысл присмотреться к предложениям. Кроме того, сезонные скидки на зимнее снаряжение. В-третьих, магазины одежды. Летние коллекции уже продаются со скидками. Успевайте. Еще летом самое время подумать о том, чтобы заблаговременно приобрести путевки и билеты на самолет, если вы планируете путешествие в новогодние праздники или в низкий сезон в феврале-марте следующего года. Есть из чего еще выбирать. Да и экономия, особенно если это поездка всей семьей, может получиться весьма ощутимой для бюджета. В октябре-ноябре цены уже будут другими. Это правило денег.